У юности собрались те, кому не безразлична ситуация, происходящая в мире. Поддержать армию президента вышли студенты, спортсмены, медики, учителя и школьники. Народ и армия, и президент России едины. Сила в правде. Мы вместе. Под песню «Россия с нами» молодежь выстроилась в латинские буквы Z и V, что означают «За победу» и «Сила в правде». Для того, чтобы поддержать родину, сейчас тяжелое время, идут спецоперации, и чтобы поддержать военных, мы собрались тут. В руках у участников белые ленточки, ставшие новым символом солидарности с бойцами, которые носят их в качестве отличительного знака. Уже 8 лет идет война в Донбассе. И казалось бы, что в 45-м году нацизм был побежден нашими дедами, прадедами, но получилось, что нет. Он вновь поднимает голову на Украине. И поэтому наши солдаты вновь встали на борьбу со злом и освобождают Донбасс и Украину. Мы сегодня должны быть едины как народ, как всегда, когда мы вставали на защиту своих интересов, своих идеалов. Завершился флешмоб всеобщим лозунгом. Верен России, верен себе! Верен России, верен себе! Мы вместе! За наших! За наших! Алина Морозова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».